Станция проспект Космонавтов Екатеринбургского метрополитена открыта 27 апреля 1991 года в составе первого пускового участка Екатеринбургского метрополитена проспект Космонавтов Машиностроителей. Станция расположена на пересечении улиц Старых Большевиков и Ильича с проспектом Космонавтов. Названа станция по проспекту Космонавт. В мае 1982 года, после предварительного водопонижения, началась разработка открытым способом котлована длиной свыше 500 метров. В сентябре того же года был смонтирован козловой кран, построен душевой комбинат для рабочих. В октябре 1983 года была смонтирована конструкция первого вестибюля станции, а в ноябре завершен монтаж вестибюля номер 2. В сентябре 1984 года в левом перегонном тоннеле, связывающем соседние станции проспект Космонавтов и Уралмаш, был собран горнопроходческий щит КМ-34. В июне 1986 года развернулась архитектурно-отделочная работа. 23 февраля 1987 года была осуществлена сбойка в левом тоннеле на перегоне до станции Уралмаш. А в июне 1989 года сбойка в правом тоннеле на перегоне до станции Уралмаш. В январе 1989 года начались архитектурно-отделочные работы на пешеходном переходе номер 3 станции. Станция была принята Государственной комиссией в эксплуатацию 25 апреля 1991 года. И 26 апреля состоялся первый рейс для метростроителей. 27 апреля 1991 года было открыто пассажирское движение. В августе 1998 года были открыты два новых наземных вестибюля на Отчетной восточной стороне проспекта Космонавтов.
Интерьер станции метро был спроектирован коллективом архитекторов под руководством Спартака Зиганшина. В дизайн станции была заложена идея лидерства Советского Союза в освоении космического пространства. Станция богато отделана мрамором. Опорами платформы служат зеркальные хромированные колонны, спроектированные Вячеславом Бутусовым, в то время выпускником Свердловского архитектурного института, и олицетворявшие по замыслу автора корпусы ракет. Путевые стены отделаны украинским лабрадоритом и мрамором першинского месторождения черного цвета с белыми прожилками из кварцита, напоминающий ночное звездное небо. Освещение выполнено в форме сопел космических кораблей. Все элементы из металла изготовил завод-шеф станции «Уралэлектротяжмаш». Рельефная композиция космонавтом, мозаики и барельефы созданы художником Борисом Клочковым. Станция имеет два подземных вестибюля, оба выхода без эскалаторов. Северный вестибюль расположен в зоне плотной жилой застройки на проспекте Космонавтов. Южный вестибюль соединен с подземным переходом на перекрестке улиц Фрезеровщиков Ильича и проспекта Космонавтов. Долгое время, 20 лет, это была единственная станция Свердловского метрополитена без эскалаторов. И лишь в 2011 году открылась вторая такая станция – Ботаническая.